Чудным таким. Вот. Один такой чудный малыш, очень похож на чертенка из фильма «Ночь перед Рождеством». Агрессивные? Нет, они не агрессивные. Ну, они к нам не приставали, потому что нам сказали их не задевать. И они к вам тоже не приставали. Ну, опять же, на закате мы наблюдаем. Это было за забором. Это было за забором, поэтому мы их не боялись. Они к нам не подходили. Привет. На них садились птички. Вот это вот закатик на озере Найкулы. Это закат возле нашего на озере. Нет, ну нет. А это рассвет. Ты там что сидела, не уходила? Вот я сидела, ждала. От заката до рассвета. Сидела, подождала. А ну еще не снимала? И опять рассвет на озере. Дорожка, по которой мы подъезжали к тому озеру. И уже последние кадры из этого отеля. Мы уезжали в Найроби, чтобы прилететь в чудный город Момбаса. Небольшой рассказ о том, как мы сюда прилетели в Момбас. Была такая история. Когда мы прилетели на местном самолете из Найроби в Момбас, мы 3 часа ехали в пробке до парома, чтобы доехать до нужного места. И мы наблюдали такую картину, когда заходили на паром. Заезжали, вернее, наш автобус заезжал. А соседний паром был для людей. И я не знаю, как это и с чем это сравнить. Вот этот человеческий паром была просто, вот как я не знаю, муравейник, еще как назвать, огромное, там тысячи, нереальное количество тысяч людей заходили на человеческий паром. Мы параллельно, пересекали участок воды, и когда наш паром опять же останавливался, и соседний человеческий, то оттуда хлынула эта толпа людей, которая бежала. Я так поняла, почему они спортсмены. Потому что они бежали просто неимоверно быстро. И эта толпа, и нам было очень жалко, что мы не смогли сфотографировать, потому что было темно. Они с парома сбегали на землю. Там, наверное, крокодил был. А? Крокодил был. Я не знаю, что там было, но это просто была такая картина сумасшедшая. И почему нам сказали, говорит, из автобуса не выходите. И когда мы это увидели, мы поняли, почему из автобуса не выходите. Затопчу, реально. Да. И вот мы приехали на черный берег Индийского океана. И шай с собой таскала. Естественно. Это у нас началось с этого, храмы. Да, и заканчивал тем, что... Нам не повезло. Отлив был целый день. Ночью был прилив, а отлив был днем. Поэтому, чтобы дойти до моря, надо было проходить сквозь эти непонятные. Зачем дойти до моря? Чтобы искупаться, что ли? Ну, кому-то хотелось искупаться, я сидела у бассейна. Это самое разумное, там есть бар. Вот я сидела у бассейна. Молодец, все собрали. Вот. Соответственно, мне понравился бассейн. Да, она опытная. Рассвет у бассейна. Рассвет у Индийского океана. Около бара. Соответственно, в последний рассвет я все-таки встала в 5 утра, потому что рассвет у них в 6. Пришла пофотографировать симпатичные силуэты, встречающий рассвет. Были такие. И, в принципе, вот он рассвет, этот Индийский океан. Сквозь него проходить туда купаться я не захотела. Ездили люди, кто-то нырять ходил на дайвинг, но я нет. И в итоге, вот и все. Ох! Браво!